Были такие моменты, когда вас оставляли мужчины, и как вы вообще справлялись с тем, когда оставались одна? Да никак, это покушать любила после этого сразу. И успокаивалась. Конечно, надо поесть как следует, вкусненько чем-нибудь. Последние деньги на это отдавала. Пойду куда-нибудь, поем как следует. А потом эти мужчины возвращались, вы прощали им? А я на них и не обижалась. А что на них обижаться? Ну, если они уходили, они были вынуждены уходить, что же теперь делать? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что я без имиджа. Поэтому вам кажется, что новый имидж. А я просто вышла из образа Аллы Пугачевой и теперь живу как просто Алла Пугачева. Алла Борисовна, вы всегда актриса на сцене. Расскажите вот об этом, пожалуйста. Каждая ваша песня – это образ особый. Но не сейчас. А какой вот... Это только в моих сольных концертах. А нам ждать ваши сольные концерты? Ну, я все доживу до 70, может, попробую. Алла Борисовна, я же говорила, если выйду на один раз, то к юбилею. А почему-то все подумали, что я 15 апреля сейчас выйду. С днем рождения вас, прошедшим, Алла Борисовна. Спасибо. Скажите. Алла Борисовна, как вы к 30 апреля готовитесь? И что готовите? Я должна готовиться? Нет, уж пусть Филечка готовится. А вы ему ничего разве не готовите? Нет. Кстати, он сказал, что он подарил вам что-то очень оригинальное. Скажите, пожалуйста, что такое оригинальное он вам подарил? Он нас всех заинтриговал, Филипп. Я никогда не рассказываю о подарках. Никогда.